Сегодня поностальгируем немножко, поворчим, так постарчески, человек не молодой. Вспомним, как мы праздновали в детстве новогодние праздники. Сейчас ледовый городок, новогодний городок, обмельчал мелкие фигуры. Изобилия такого нету, как во времена СССР строили гигантские Деда Мороза, Снегурочки, снежные такие высокие, голова какого-то там богатыря с открытым ртом, горка. Огромные-огромные горки, куда ходили с семьями, катались с семьями. Взрослые мужики, женщины съезжали, орали, кричали, веселились, цеплялись паровозиком, теряли шапки свои, когда был дефицит огромный. Она тоже там не спала, на ходу срывали с катающихся шапки, тут же пропадали, потому что всегда народу было много, было весело, гармошки, танцы, песни. А сейчас вот такие горки, такие фигурки мелкие, хотя потрачено тут 1 000 000 рублей на это все, все как-то мелко. Художники, конечно, молодцы, старались. Дело не в художниках. Это изменение норм безопасности. После где-то 2013 года вот такие вот мелкие фигуры. Раньше задолго до Нового года, за месяц, за полтора заготавливали снег, трамбовали его, готовили формы для высоких, больших Дедов Морозов, Снегурочек, каких-то зверюшек. А сейчас вот только чисто лед мелкий какой-то. Непонятные вот эти фигуры, звезды, если посмотреть с неба, тут еще что-то, ну, все дешевле и дешевле, как-то не очень-то впечатляет, конечно, но тут, по факту, днем это смотрится ужасно, вечером только, когда загорается китайская вот эта вся иллюминация, диодные лампочки, подсветка. Это уже какой-то вид получается красивый, когда все светится. А вот так днем это, ну, не очень-то интересно. И елка ужасно смотрится, но та получше. Зачем-то пожарную машину сюда засунули. К чему, непонятно. Сейчас больше упор делают на иллюминацию, подсветку разноцветными гирляндами. А фигуры маленькие. 1 000 000 рублей. Все, что было, было.